Вообще-то план был такой у меня, хитрожопый. Я хотел приехать, снять твой мотоцикл, выложить, чтобы ты потом орал в комментариях. Я как чуял, что надо ехать. Так, ну чё, Вов, раз уж такая тема. Да, расскажи, что тебе сделали на твоем TC Maxi, потому что нам всем дюже интересно, а ты ничего не показываешь. Что, что? Смотрите, короче, сделали два кофра из этого. Это углеволокно, правильно? Они не открываются, ничего не открывается. Они вообще не открываются. Я не полностью. Полностью снимаются? Ага, там крепление. Смотрите, они сделали на место крылышек. Вот там крепление. А, крылышки даже есть. Смотрите. А, то есть они еще как один целый. Вот эти два. То есть у тебя получается сейчас полторы батареи, правильно? Круто. А у тебя показывает пробег на спидометре родном? Вообще, да. Вот вместе эти и эти. Включи, пожалуйста. Она... А как, она отдельно включается? А как показывает? Че? А пробег просто у тебя типа больше показывает? Нет, он целиком показывает на 100%. Тратится совместно. А, соразмерно тратится. Да. То есть у тебя он выходит прям не так быстро. Самое главное вот что, смотрите. Вот оно. А это что? Ну это, ты смотри, это же крутая надпись, она даже в 3D. Я думал, наклейка, нет. А что это? Tuned by Pankow. То есть улучшено мастерской Pankow. Пластик поменялся? А? Пластик? Да, да. Поменял. Зачем ты зеленый? Ну, я это потом вырежу. Зеленый я хочу оставить. Да. Все, ахтунг. Так. Сам прикол, короче, теперь автомат даже не надо. Где звук Windows? Не было. Изначально не было никакого звука. Вот у него самый хитрый Макс, у него звук запуска, как у нас на TC. И все его доканывали в чате, как прошивку поменять. Слушай, а у него, значит, контроллер у тебя стоит на ух ты, наш. Батюшки. На этих? Вы глядите, смотрите, там внутри это подсветка, смотрите. А это что такое? Ё-моё. Охренеть, смотри. Обалдеть, вот эта штука. То есть они все-таки сделали обмотку по виткам вот эту трубку и вот эту помпу поставили. А запас воды где? Ну, охлаждайки. В радиаторе. Там радиатор. Ну, а, радиатор где? Установлен вот здесь? Слушай, они... Да, а, понятно. Вот, смотрите, здесь можно присмотреться аккуратненько. В принципе, там проводки и все остальное есть, да. Слушай, ну круто, круто. Ты уже тестил батарейку? Сколько проехал? Да я не тестил еще, они накосячили. А, накосячили? Поедешь переделывать? На выходные, да, скорее всего. Ладно. Ну, слава богу, что они переделают и будет лучше. Вот. Ладно, ты обязательно нас держи в курсе того, как сделаешь все. Папарацци. Папарацци, папарацци. Ты же знаешь, я приеду и сниму, блин. Я знаю, куда приезжать. Ух ты, смотри-ка, проводочка. Нет, не это, Макс, наш Макс. Понял, они типа отсюда питаются, там сзади с ними. Смотри. Ну, внутрь забыл. Ну, я понял, да, кабель. Вот он, кабель под сиденьем. Я понял, они вот так вот собираются. Собираются, короче, в ту хрень, которая была сюда забита, XT-шка. Угу. Вот это. Угу. Работает даже без... А, я понял, ты переключил вот этот разъем на них, я понял. Всё. Почему ты... Телефон вчера почти полностью зарядил, а кум как был 3-4%, так и осталось. Слушай, вот это крутая тема, мне понравилось. Это этот... Он же рабочий, не бутафорный. Да. Все, вот этот... блин, забыл. Как компас. И здесь вот USB-шник прикольный такой. А, это подключил ты, да? Да. Ну, он такой козырный, кстати. Вот, всё, знаешь, от Володи. Эндуро прям. От Володи, да? Пока не уехал. Ладно, Володь, спасибо тебе большущее за такое кратенькое интервью. Будем ждать от тебя новостей на твоем канале. Все подписывайтесь, все пишите комментарии. И, в общем, наблюдайте за нами. Будет круто.